Здравствуйте. Меня зовут Халила Фонар, а мне 23 года. А закончил «Щуку» в этом году. Опыт съемок в кино есть. Опыт игры на сцене тоже есть. Любимый город? Нет. В принципе, вы там были? Нет, вдоль этой ветки. Нет. В кино. Главное. Комедийный какой-нибудь персонаж, какого-нибудь ботаника или какого-нибудь библиотекаря, у которого неудачника. Очень смешные. Очень смешные. Так, ну поговорим. Любимые фильмы, да? Любимый фильм мой — «Гарри Поттер». Ну это прям фильм эпоха. Целая эпоха. Класс. Обожаю. Я бы хотел сыграть Рона Уизли. Не Гарри. В трех словах. Я в трех словах. Это страстный, добрый. И ненастный. И властный. У меня такая. И смешной.